А вот и продолжение нашей поездки. Сегодня мы едем в национальный парк Джаспер с его голубыми реками, высокими горами и прекрасными водопадами. А ну повернитесь и помашите мне. О, молодцы. Все готовы? Тогда поехали. Классной компанией в невероятно красивом месте мы остановились на пикник. Как оказалось, кушали мы не одни. У дороги мы встретили настоящего грозного медведя-гризли. Правда, это еще совсем малыш. Но, если честно, страшно. Медведи всеядны, но людей они не едят. Зато с легкостью могут убить одним ударом лапы. Убегать от медведя бессмысленно. Они могут развивать скорость до 60 км в час. В путеводителях сказано, что при нападении медведя лучше притвориться мертвым. Мы еще немного за ним понаблюдали и поехали дальше, на водопады.
Здесь, находясь прямо в центре этой горной речки, на порогах, чувствуешь всю ее силу, всю ее мощь. И даже не верится, что все это создано только природой. Здесь реально чувствуется, что значит прикоснуться к природе своими руками. Этот небольшой ручей превращается в водопад высотой около 40 метров и течет дальше по склонам этих гор. Здесь очень много красивых водопадов, и их можно встретить прямо возле дороги. Но самое классное, это то, что можно подняться, погулять по этим камням, помыть в водопаде руки. Нереально круто. Конечной точкой нашего маршрута стал ледник Атабаско, один из древнейших ледников нашей планеты. В подножье ледник покрыт пылью и крошкой горных пород. Но стоит пройтись вглубь, дальше, и увидеть, что он кристально чистый. Ведь ему около 10 тысяч лет. Ледник тает и с каждым годом отступает на 5 метров. Например, здесь он был 13 лет тому назад. Многовековой исполин. Он питает реки, он восхищает, но по-прежнему тает. Нам стоит задуматься.
А здесь он был в год, когда я родилась. А теперь эти 150 метров длиною в целую мою жизнь. На этом наше путешествие заканчивается. Мы говорим до свидания и еще обязательно сюда вернемся.